Вот такое у меня сегодня приветствие, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Подпишись, не будь... Вот, вот как-то так. Короче, Ребзи, снимаю второе видео касаемо этой игры. Почему? Чё-то меня реально затянуло, сука, провел в ней много времени и прокачал свою башню на максимальный, ёпта, уровень. И сегодня вам это все дело покажу. Меня удивили комментарии под прошлым видео касаемо этой игры о том, что это жалкая копия Grow Castle, или как-то так игруха называется. Играй в оригинал! Вот, вот это вот все. Что вы ко мне пристали? Отстаньте, противные! Отстаньте! Чё вам надо вообще? Вот чё вам надо? Я чё, трахаю, что ли? А, откуда мне знать, оригинал это не оригинал? Если хотите, сниму видео оригинала, пишите об этом в комментариях, не знаю, лепите лайки. Ну, как бы я глянул оригинал, графика там непонятная. Ну, я могу снять видос, мне не впадло, Ребзя, все для вас, Ребзя. Так, а сейчас давайте я вам расскажу, что я узнал об этой игре. Узнал об этой игре очень многое. Они хотят высосать ваши бабки. Но, тем не менее, они с меня не высосали ни одной копейки. И, в принципе, играется вполне комфортно. Но надо задросить. Так, башня. Башня. Короче, я дошел до 218 волны. И, в принципе, я могу и дальше проходить. Вон, гляньте, бой, окей, типа. Они там нападают. Сначала было интересно играть без автобоя. Вот, но, ребята... Сейчас мне уже надоело играть без автобоя, мне впадло нажимать кнопки, мне просто вот так вот нравится сидеть. А вы ж ни хера не видите, а давайте я, чтобы вам не мешался, я вообще такой вот маленький буду. Вот мне нравится вот так вот сидеть, короче, и смотреть на это месиво, вот, и как бы мне нравится. Мне нравится, вот так вот месиво происходит. Все нормально, можно вот так вот взять, повернуть экран, посмотреть, какая толпа к тебе идет, тебе становится страшно, но месиво идет, ты справляешься, ведь ты в этой игре провел огромнейшее количество времени, и как бы все нормально. Слушай, я тут даже могу в носу поковыряться, вы все равно ничего не увидите, потому что супер маленького размера, друзья, супер маленького размера. И посмотрите, все идет автоматически. Ты можешь дрочить, ты можешь пить кофе, можешь есть пельмени, все у тебя обязательно получится. Ну, как бы месиво. Слушай, что я проиграю? Нет, я не проиграю. Посмотрите, все автоматически. Так, ну-ка, что у нас? И просто, понимаете, надоедает. Эти волны идут, ты все с легкостью проходишь. Ну вот, и потом упираешься в одну, на ней сидишь 1-2 дня, пока ты прокачиваешься. Сразу хотелось бы отметить, что в этой игре есть такая позитивная вещь, как экономика. Как бы странно это не звучало, потому что ты тут такой думаешь, блядь, что мне лучше героев прокачать? Ну, то есть этих юнитов. Башню эту прокачать? Или, к примеру, все-таки заняться бизнесом? Бизнесом заняться, друзья. И как бы... О, смотри, можно всегда лишаковые бабулясы получить за счет просмотра рекламы. В донате они предлагают тебе, типа, купить про игрока. У тебя тогда, грубо говоря, исчезнет реклама. Тебе, чтобы получать бонусы, не надо будет тратить свое время. Но, в принципе, это не напрягает. Автобой здесь тоже. Как бы ты смотришь рекламу, и тебе дают 3 автобоя. В принципе, можно, ребята, потерпеть. Так, касаемо башни. У меня тут уже юнитов открыто целая куча. И они как бы все прокачиваются. Я прокачиваю всех. Я сначала прокачивал каких-то определенных, но потом пришел к тому выводу, что по сути здесь нужны, ну, процентов 90 юнитов, да. Я вам объясню чуть позже почему. Потому что я думаю, что начнутся волны, начнутся боссы, и бывают уже как бы и были, которые нужно будет проходить какими-то определенными юнитами. Ну, ты будешь подбирать, расставлять их в башне и так далее. То есть дальше тут модули. Модули тоже, видите, прокачиваю. Лучники. Ну, тут тоже выбираешь модули, их тут огромное количество. Но единственное, модули я все не прокачиваю, потому что если ты юнитов будешь стараться всех прокачать и модули, то это вообще просто повеситься можно. Тут как бы верхние, нижние и так далее. Вышки есть. Вышек тоже целая куча. Кстати, его надо какую-то новую открыть. У меня появилась против... А,
огненная вышка появилась, ну окей. Ну, как бы выбрал для себя тут более-менее нормально, их прокачиваю, не знаю. Потом, если вдруг что-то начнет не получаться, возьму, прокачаю какую-нибудь другую, друзья. Тут есть и такие набаф вышки, есть вышки, скажем, которые просто стреляют. Тут что лучше, понять трудно, поймешь только из опыта. Вот, бесконечным подбором. А, город. Город тоже прокачивается. А, еще интересный момент. Ты не можешь взять и просто прокачать юнитов. Ты доходишь до определенного уровня, и дальше ты их прокачивать не можешь. Потому что, ёпта, надо зайти и как бы нажать тренировка юнита, да, ты доходишь до каждого определенного уровня, то до 25 уровня, то до 49, и дальше качать не можешь. Тебе надо юнит отправлять в город, вот, в школу, скажем так, смазливых дам, платить за это бабулеса, и он тут прокачивается от получаса до 4 часов, смотря через какую планку ты проходишь прокачки. Ну, это по типу эволюции, как в битве замков. И как бы тоже тебе и это здание нужно тренировочное обновлять, это стоит бабок, да, то есть чтобы сейчас на следующий уровень не перевести это здание, мне нужно потратить 5 миллионов. Опять же, здесь бизнес, бизнес, да, бизнес, ребята, как бы ты здесь увеличиваешь вместимость, увеличиваешь скорость добычи, очень важная херня артефакты, тоже тема интересная, опять же, эту херь надо улучшать, чтобы ты мог строить, делать лучшие артефакты, крафтить, они тут крафтятся рандомно, бывает, на некоторые не хватает каких-то ресурсов, но, опять же, их можно попросить в клане, по поводу клана я отдельно поговорю, дальше, ну, и как вы видите, какие у меня артефакты есть, да, тут можно на левел, в принципе, вообще не смотреть, можно смотреть на звезды. У тебя, к примеру, артефакт 8 уровня может быть хуже, чем артефакт 1 уровня, потому что артефакт 1 уровня дает тебе больше бонусов. Вот такая тупорылая система, но она есть. И по факту, казалось бы, вроде по чуть-чуть, а каждый артефактик дает тебе целую кучу бафов, без которых ты, ну, никаким образом не сможешь взять и продвинуться в игре. А далее, что мне хотелось бы вам рассказать, что я не касался. Карта. Карта — это вообще отдельная тема. О, видите, собрать X2, да, ну, я сейчас не буду уже на этом видео смотреть рекламу, потому я просто соберу. Короче, ты тут захватываешь деревню, если ты захватил деревню, тебе постоянно, короче, оттуда будет капать доход. Чем круче и выше левела деревня, тем больше тебе дохода будет идти. И опять же, ты еще ее должен прокачать, это тоже стоит бабок, это реально, это как, не знаю, это какой-то... Какая-то монополия. Здесь расположены уже не деревни, а просто какие-то херни, да, из которых ты добываешь нужные частицы для постройки артефактов. Их тоже нужно проходить, потому что если не будешь их проходить, то тебе неоткуда будет брать детали, да, для производства артефактов. А дальше, что еще хотелось бы? Есть еще отдельная вкладка с боссами. Тут дают, ты проходишь... Боссы тебе дают новых юнитов и так далее. То есть, ну, как бы такая фигня. Ну, и красненьким помечается то, что тебе будет сложно пройти, беленьким то, что тебе будет, ну, более-менее легко пройти. Также хотелось бы отметить тот факт, что тут есть тоже добывалка артефактов и бабулеса, и каких-то плюшек. К примеру, заходишь сюда, здесь ты можешь использовать только, скажем так, наземных юнитов, там, ни стрелков, ни магов, да? То есть настроить башню реально можешь поставить вот только вот таких вот юнитов. А, у меня сейчас, видите, все поуходили, но, грубо говоря, я могу в башню поставить только сколько тут? 4-5 юнитов, да? То есть лучников никого использовать не могу. Можем идти дальше, к примеру. Здесь уже такая же херня, но ты здесь можешь только использовать лучников. Вот, видите, они у меня тут стоят. Как бы тоже интересно, и когда я начал вникать в эту фигню, я понял, что, сука, придется прокачивать всех. Потому что эту штуку тоже надо проходить, потому что здесь тоже даются ключики, за эти ключики ты получаешь сундуки, получаешь ресурсы, и вот это вот все. Здесь, видите, здесь в башне ты можешь использовать только магов. То есть приходится, по факту, чуть ли не всех прокачивать. Ну и не сильно хочется разбираться во всех этих тонкостях. Ну а тут ты видишь, сундуки забираешь, тут кое-что не хватает, это, по идее, надо, грубо говоря, пройти, надо одного лучника пройти волну, и все нормально. Ну, как бы это пофигу. Это пофигу. Сейчас заходим в интересное место под названием клана. Я очень долго не мог вступить в клан. И как бы то ли не брали, то ли глючило, не знаю. В конечном итоге, когда вступил, я не понимал вообще нахер этот клан.
нужен. Ну, с одной стороны, ты можешь здесь запросить, грубо говоря, ресурсов. А, видишь, тут показывается, каких ресурсов у тебя меньше. Ну, давай попробуем попросить. Интересно, дадут или не дадут. Вот я прошу и как бы, не знаю. Раз в 4 часа можешь сделать запрос. Но это не главное. Тут есть какие-то ивенты в клане, которые нужно проходить. И вот, к примеру, за моей рожей вы можете увидеть ивент «Ключи в долине смерти». Я не знаю, когда эти ивенты, как проходят, но иногда появляются, и тебе раз в час надо стараться пройти волну. Чем у тебя больше сагильдийцы напроходят этих волн, чем больше они заработают ключей, тем больше, по сути, у тебя награда. Все зависит от активности клана, и как бы давайте вместе сейчас попробуем пройти эту волну. Кстати, тут какой-то другой ивент, потому что... Ну, он вызывает некоторые, скажем так, сложности. Вот, и, ну, по крайней мере, на прошлой волне, на прошлой уже, на второй волне, что ли, мне было сложно. Потому есть шанс, что вот эту, к примеру, третью волну я не пройду вообще. Ну, ничего, посмотрим. Посмотрите, сколько там. А, я даже не могу посмотреть, кто ко мне там дальше прется. Так, ну, пока что отрабатываем. Пока что отрабатываем. Многие могут сказать, что автобой фигня. Ну, как бы, да, когда ты высаживаешь юнитов сам, это, наверное, эффективнее, да? Ты можешь там чередовать магии, чтобы одни и те же магии не срабатывали одновременно. И вот это вот все. Но, как бы, и в автобое есть плюс. Потому что твои ручки свободны. Ты можешь делать все, что хочешь. И, с другой стороны, как бы... Ты не можешь так быстро разом высадить юнитов, как это делает, по сути, автобой. Слушай, тут, смотрите, уже босаки какие-то пошли. Это реально какой-то ивент другой, более сложный, что ли. Ну и как бы получил я сундук с наградой. Ничего там особенного не было. Но, как вы видите, поучаствовать можно, попроходить эти волны. А сейчас можно сделать ставки. Получится у меня все это дело пройти или нет. Так. Пробиваются, посмотри, толпа пробивается, митингующих, демонстрантов, Росгвардия, давай! Мочи! Нормально, нормально, смотри, там, ёлки, там аж целых два босса стоит. Там целых два босса стоит, ёпта. Они вроде, они нормально вроде бы ломаются. Не, я чувствую, что я пройду, потому что что-то они все подсасывают. Что-то они даже приблизиться ко мне не могут. Боятся, очкуют. Ну а чё? Мы оборону нормально держим, ребята. У нас, по сути, все замечательно и хорошо. Ну, хотя тут уже напирать начали. Ну, одного босса я забрал. А второй, я думаю, со вторым тоже проблем не будет. У него уже ХП мало. Да, и пробиться им не дам. У них осталось 70 тысяч прочь. А, еще, смотри, босс бежит. Ну, а, слушай, тут вообще целая куча, посмотри, там еще третий нарисовался. Но, как бы, с боссами проблема даже не в том, что это босс, а главное уничтожить всех остальных юнитов, чтобы они не мешали тебе бить босса. Потому что если у тебя не получается зачистить карту, и, грубо говоря, у тебя босс идет с юнитами, тогда у тебя проблема. А если у тебя один босс сам по себе, там, или два босса, то проблем, как вы видите... Нету, я беру это и легко, грубо говоря, выношу. Видите, получил какие-то два ключика. Что-то они там где-то копиться будут. Когда ивент пройдет, они обменяются на сундук. Вот, и будет все норм. А, что, я нормально? Мне пополнили ресурсы. Спасибо пацанам. Если честно, я вообще как бы никому не помогаю ресурсами. Хотя, по идее, надо, там что-то за них дают. Ну ладно, не суть. Ну и как бы что у нас, 2 миллиона накопилось. Смотрите, главное, и у меня прокачана башня на 189 уровень. Я прошел до 219. То есть я прохожу быстрее, чем прокачиваю башню. Это, наверное, как бы... Ёпты, вот видите? А, вы не видите. Я сейчас просрал все свои самоцветы. То есть у тебя как бы... Ты жмешь, типа прокачку, да, ребята? А потом бац, у тебя кнопка там, где качать за золото, меняется прокачкой за самоцветы. И таким образом, бац, и ты просираешь самоцветы. Отличный план от разработчиков. Я доходил, накапливал 100 самоцветов. Думал, ну вот где-нибудь их использую, да?
А тут бац, меня обломали, я случайно по невнимательности тыркнул и самоцвета отдал за прокачку сразу 5 уровней, но это тупо. А для чего я коплю эти самоцветы? Потому что возможно, вот смотрите, заходим в башню, и тут есть возможность... А, я сейчас не могу, да? А, тут смотри, тут прикол заключается в том, что ты можешь выбирать разновидность этих башен. Есть легендарные, есть эпические, есть простые, там супер эпические. Есть, которые за золото покупаешь, есть, которые обмениваешь за самоцветы. Есть, которые ты получаешь, к примеру, за какие-то волны, а есть, которые ты можешь купить только за бабки. Вот сейчас, к сожалению, я вам показать не могу, потому что надо, наверное, до 200 уровня какого-то прокачивать, до круглого уровня, и тогда ты можешь поменять эту башню. Там есть всякие разные, там есть даже типа рандомные. Ты покупаешь, и тебе рандомно какая-то башня выпадает, да, и у каждой башни какие-то свои плюсы. Где-то там дальность увеличена, где-то броня лучше. И вот это вот вся залупа. Но пока что, в принципе, я выбрал для себя оптимальный вариант, он симпатичный, я его использую, как бы все хорошо. А в принципе, в игру играть можно, но осторожно, потому что вас постоянно байтят на донат, и... В целом он как бы нахер не нужен. То есть если вы потратите на эту игру деньги, то это, наверное, будет бессмысленной тратой ресурсов, потому что, в принципе, здесь и так все проходится. Да, конечно, разработчики играют на нашем вечном желании все ускорить, улучшить, стать непобедимым и самым крутым, увеличить свою письку до 30 сантиметров, вот, даже несмотря на то, что ваша жена против. Но, тем не менее, вот пытаются смотивировать на то, чтобы ты расстался со своими бабками. Чего делать? Ни в коем случае нельзя. Я думаю, что на этом все. Игрушка зачетная, пускай она даже и копия какой-то другой игры, но в целом играть интересно. Времени с этой игрой убить можно огромнейшее количество, и я очень жалею о том, что мне никто не заплатил за рекламу этой игры. Если бы мне еще и заплатили за нее, это был бы просто двойной выстрел. И игра понравилась, и бабулеса получил. Но ничего, ребят, ничего. Благодаря вашей активности, вашим подпискам, возможно, у меня снова начнут покупать рекламу, я смогу делать проплаченные обзоры, покупать наркотики, и все в нашей жизни наладится. Так что, ребята, жду от вас, не знаю, чего. Всего хорошего, активности жду. Пока.